Новосары и Всесвятский собор. Прихожан много. В храм привезли икону с мощами святого Паисия Величковского. В этом году Русская Православная Церковь чтит Паисия Величковского. Этот год – год его 300-летия. Преподобный Паисий Величковский – это выдающийся церковный деятель. Причем он считается святым не только Русской Православной Церкви, но и Молдавской, Украинской и Румынской. По благословению владыки Савы был написан образ в Москве преподобного Паисия Величковского, а из Румынии, с Немецкой лавры, доставлена частица мощей. Паисий Величковский родился в 1722-м в семье священника, был 11-м ребенком. В 12 лет поступил в Киевское духовное училище, но скоро школу бросил в поисках духовного отца-наставника. В 17 лет он уже знал, выберет монашескую жизнь. В миру его звали Петр, имя Паисий получил после пострига. Стал переводчиком книг святых отцов и создателем труда об умной молитве. В этом он видел свое служение Богу. Я очень рада, что я здесь, что в таком возрасте меня Господь привел, и я здесь, и мои детки здесь, и полный храм людей. Это очень радостно. Это очень важно для верующих день. Я получаю здесь помощь, я получаю силу. Сегодня очень большой праздник, поэтому в церкви, мне кажется, должны быть все. Что приносит? Успокоение души. А еще Паисий – духовный покровитель Кицканского Новонямецкого монастыря. Там хранят его посох. А прикоснуться к мощам преподобного смогут все православные. Икона сначала побывает в храмах и приходах Дубасарского района, потом уедет в Рыбницу и дальше по всему Приднестровью.